Всем привет! Сегодня у нас будет обзор очередной акции. Эта акция будет «Слепи снеговика». Посмотрим, какой тут дроп. У нас там будет около 100 попыток. Может, что-то ходное это и упадет. Так, 103 попытки. Ну, поехали. Самики. Значки почета. Опять самики. Так, давайте посмотрим. Некроз падает за каждых 30. Это у нас будет 3 попытки. Карта хранителя, стрелок, ворожай, вольтор. Ну, топовые, конечно, награды. Посмотрим, как будет падать. Наверное, скорее всего, 3 сундука выбьем. Так, кристаллы, самики, да, как-то одни расходники в акции суют, на английском серваке и то больше героев падает. Так, сундук рун, самоцветы. Ну а где герои? Печально, печально все. Ну, скорее всего, такой дроп из-за того, что у нас сегодня топовый базар. Поэтому тут никто практически не будет падать. Ну, хоть самиков набьем. А то нехватка их на аккаунте. Вот сундук таланта. Психощит, ничего себе. Круто. Прям целый психощит. Третий слот. Первого левела. Так, самики. На 43-й попытке. Психощит первый. Следующая топ награда будет. Опять сундук, скорее всего. Ронин, ничего себе, опять псих. Да, печалька. Дракон начал сыпать гаргул. Да ты что? Так, кристаллы и сундук. Нифига себе, вольтор. Нормально, нормальный подгон. Мне это понравилось. За 60 снеговичков нам вольтор упал. Ну давайте еще некроса. Малышник. Ну, начало сыпать. Психощит. И опять начался мусор падать. Да, неплохо, неплохо. Валентина. Хорош, хорош. Еще психощит. Ну, видите, теперь понятно, надо свыше 60 яиц, чтобы что-то толковое выбить. В яиц. Не яиц, а снеговиков открыть. Так. Ну, хоть что-то насыпало. Леди Лео. Да, неплохо, неплохо. Так, кристаллы. Ну, давайте еще некроса удивите. Псих. Опять кристаллы.
Хранитель. Да, вот так вот. Не получили мы, конечно. Некроса, но получили Вольта довольно-таки недорого. Ну все, больше, я думаю, никто уже не упадет нам. Ну так вот, вот такие вот сегодня были у нас снеговички. Пишите в комментариях, кому что упало, кто что достал, с какой попытки. Ну, в принципе, более-менее дроп неплохой. Учитывая то, что есть еще топовый базар, мы вытащили вот это все. Ну, неплохо. Неплохо. Дракон донатный, Вальтор донатный. Хорош, хорош. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.